Всем здорово, ребят. Добро пожаловать в новый «Властелин колец» мода номера. Сегодня у нас царь горы. Я не пикал фраг, если чё. Все на рандомах. Котик от подписчика. Играем стандартный царь горы на 3 минуты. Так, но надеюсь, будет хорошо. Изин хорошая фрака для этого режима. Не самая лучшая, как ни странно, но весьма хорошая. Стартанем со скаутов и с отряда мечников. Эти пойдут собирать деньги, а скауты пойдут крепиться сразу же. Мы тут программу минимум сделаем. То есть 5 плавилин и быстренько лесопилки. Ну и скорее всего потом у нас один рабочий будет пилки дальше строить, а второй выйдет сюда и начнем делать империю зла. Ну, кстати, можно еще один отряд. Нам много их не надо для начала, но один для танкинга, если у противника будет какая-то тоже агрессивная фракла на старте игры, чтобы можно было чем-то пожертвовать вместо скаутов. Вот. Так. Надеюсь, я нормально построил. Вот эта сотка здесь меня немного пугает, потому что места может не хватить. Так, ты идешь сюда. Сюда, сюда. Мы идем на тролля. Он должен быть справа, кажется. Нет, он должен быть здесь. Ой, я не то. Я не тот отряд отправил. Сбил приказы через альт. Ладно. Да, у нас не влезает. Ну хорошо, вот так построим. Неважно. Соточку еще. Пилку. Тут ничего не видно. А, вон там еще сундук есть. Главное все это сделать быстрее, чем другие игроки. Так, еще построим орков до кучи. Вот сундук. Этот еще не забрали. Прекрасно. Скаутов добавляем. Выводим рабочего. Второй рабочий будет пилки делать. Не знаю, есть ли смысл дальний лутать, но после этого я туда отправлю. И вот этот еще. То ли мне сильно повезло и возле меня никого нет, то ли никто не собирает. О, я забрал, я забрал. Сюда идем. Так, 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 так. Надеюсь, это про меня. Так, этих сюда. У нас еще есть что крепить. А, это не про меня, очень жаль. Я надеялся, что я чужие украл. Но я, в принципе, украл чужие. Ну, давай, давай, деньги, деньги. Хорош, хорош, хорош. Тут забрали. Ну, все, мы уходим. Ой-ой. Она какая-то слабая, это паучиха. Или это не паучиха, а паук. Так, так. Скауты. Лурца. Самый главный наш герой. В первую же очередь. Потом Вульфгара. Самая легчайшая прокачка ауешного скилла у него. Потому что, ну, Саруман очень дорогой. Его-то качать не надо, но он очень дорогой. Вульфгар лучше для нас, для наших целей. Хотя, ладно, пусть стреляют. Так, тут больше... А вот еще есть скопление деревьев. Можно здесь одну пилку поставить, но я не уверен. Так.
Крейги. И последний отряд скаутов отсюда построен. Еще орков. А, давайте призрака. Вот это. У нас не так много денег, чтобы дальше бараки строить, так что чуть-чуть экономики. То же самое и здесь. Все этими плавильнями застроим. А цитадельки попозже. Застрелить последнего. Не помешают очки. Разумеется, будем играть в это. У нас очень мало пилок, так что еще больше нужды их забустить, чтобы было много денег. Так. Некоторые игроки очень любят играть в кучукавы, поэтому как можно быстрее копейщиков подводим. Тут берсов. Тут продолжаем штамповать. А нет, стойте, стойте. Дадим ему экспу. На всякий случай, может, там какой-нибудь герой будет у противника. О, кто-то уже слил босса на льду. Ладно, не страшно. Так, армия больше не может расти, не проблема. Стадельку сюда. Мы не будем пока конкурировать. А, нет, мы будем конкурировать. Мы будем. Это не 5 минут, нельзя чилить, потому что какой-то игрок может накачать гигантское количество. Так, да, это... Я плохой человек. Это не дает очки качать. Призыв там. Хитрый. Никому не говорите, что я юзал птиц. Сейчас будет взрыв. Да, я не хочу рисковать. Просто отправлю отряд. О, сейчас может пару секунд качнем. Ну... 7 секунд. Ладно. Все, можем чилить дальше. Блин, вообще можно на Сарик сейчас. Не-не-не-не-не. Играем по тактике, короче. Его. Это. Сюда апгрейд. Мародерка. Очень важна. Очень важна. Теперь. Так, мы сюда залезем. Там цитадель строить не надо, потому что у нас, когда будет баф на пилки, они будут черную землю давать, и плавильни будут бафаться от них. Так что это лишнее. Мы тут спереди настроим цитадель. Так, возвращаемся. Еще одну партию войск. И все, теперь уже можно начать копить на Сарумане. Я думаю, там уже кто-то качается. Сделаем небольшой грейдик. Гоните. Сейчас он построится. Короче, перед Саруманом еще сделаем скидку на здание. У меня есть одна идея, но это уже... под лейт скорее, чем сейчас. Мы еще одну крепость построим, когда у нас все будет хорошо по баблу. Сделаем обе скидки на здание и начнем спамить вот здесь грейдилками, кузницами. Потому что у кузницы есть пристройка, которая дает бабло, и она не режется экономикой. Вот построим себе штук 6, может 8. Потому что потом дерево закончится, и нам надо будет где-то деньги добывать. А плавилин у нас, ну, как бы не густо, что ли. Как-то так. Но пока что мы копим на Сарумана. Так.
Хорошо. Чилим здесь. Никто не выстоит против нас. Нужно опасаться Ангмар. Он может сбросить бомбу колдунов на голову. Будете делать, что я скажу. Так, кто это мне подарок прислал? Убиваем. Стреляйте, стреляйте. Хорошо. Мародерочка сработала. Дадим ему дебаф. У него карш, там еще ничего себе. Война только начинается. Я не понял. Мы ее убили или нет? Что за... Назад, назад. Берсов, пожалуйста. Мы ответим, человечины. Может, карша? Что, о, да, Каш нормально огребает. Но он сейчас умрет и так, но... Может, я с него опыт полутаю? Ну, или что-то типа того. К сожалению, он сейчас очки качает. Но зато он очень много войск потерял. Ой, гном пришел. На гнома надо бояться еще больше. Это еще призыв за него играет. О, да, тут гном слишком жирный. Нет, не нравится. А мы можем больше, чем 800 очков командования? На этой карте вроде как лимит на армию. У нас берсы 20 занимают. Ну такое, берсы, наверное, не особо выгодная страта. Делаем это. Ну и еще в лейте сможем стрелять молниями из крепости. Хорошая тема. Сейчас подбежит дед. Ага, выигрывает. Получается, это ролетир за Ангмар. Сейчас будет призыв выигрывать. А вот мой счет. Я отстаю. А пятый игрок вообще что-то не... Может, кто-то ливнул? Нет. Один игрок вообще ничего не получил. Странно. Ага, мы не можем больше, чем 800 получить. Очень жаль. Ох, побосы капают. Что-то многовато мародерки за них. Ничто не встанет на моем пути. Вот сейчас у этого будет третий левел. Уже есть третий левел. Он деда будет убивать. Я пару секунд отбил, но мне неудобно. Призыв самый сильный тут. Гном очень сильный на этой карте. Нужно против него воевать. Я не уверен, что все это понимают. Ладно, придется сейчас с этим драться. Кстати. А хотя нет. Я думал ради мяса построить, но уже не уверен. Ну, чилим пока что. Или нет? Саруман будет доволен. Победа близко. Ступайте же! Следуйте за мной! Враги наступают! Лишь бы не пропустить Торина, чтобы дед не сдох. Отвоюем свои земли! Назад. Назад, назад, назад. 14 секунд. Ой, у него слишком счет хороший. Дам это. Ой, я секунду забрал, птица мило. Сейчас он уйдет. Так. Двигаемся сюда. Надо запрещать гнома на этой карте.
Так, берсов. Берсов побольше, чтоб танчили. Ой, ты куда, бро? Ты куда? Что ты делаешь? Никто не может противиться белой длани. Окей. Я ждал копейщиков, а то немного неприятно против повозки. Теперь можно подраться. Надеюсь, у него нет топорика. Я вообще нигде не вижу Халдар. А вон он бегает. У него есть топорик. Ну лады. Мой дед не должен умирать, по идее, от него. Ой. Можно типа, стрелять нельзя? А так? Промазал. Ой, мои берсы! Мои берсы! Какая же боль! Не только берсы, еще и... Еще и Гриша еще умрет. Хана ему. Но я сам виноват, не доконтролил. Ладно, мы сейчас вот это сделаем. Гришу отсюда построим. Точку сбора сюда. Восстановим этих. Берсов тоже восстановим. Что там по грейду? Еще этот грейд сделаем. Вышку тут поставим. О, серьезно? Он тоже не доконтроливает. Мы этим воспользуемся. Хорошо, хорошо. И я думаю, что имеет смысл взять... Короче, сделать перекачку. Возьмем палантир и потом опустошение. Да и варчант тоже не помешает. Победа близко. Следуйте за мной. О, неплохо. Понемногу, понемногу. Так, что теперь? 450. Этим можно спамить. Рабочих туда, чтобы быстрее все происходило. Ой, там хотел сказать Гондор. Лориан пришел. Огромная пачка Лориана. Хотел залить опыт. Победа близко. Быстро. Торопитесь. Хорошо. Сюда. Назад. Скорее. Ой-ой-ой, меня очень пугает гном. Но никак не получается по-нормальному. Что-то ему сделать, я с другими воюю по КД. Этот чел меня еще и прогоняет. Отходите-ка. Я бы тут пару вышек сделал. Чтобы каждый раз, когда он вот так подходит, чтобы он нес потери. Он вроде нормально. Так, сейчас мы... А, зальем еще экспы. Вот это второе делаем ради денег. Ничто не встанет на моем пути. Никто не может противиться белой длани. Мы ответ... Или не зальем. Надо сюда стрельнуть. Можно даже вот это взять. Надеюсь, он настачится. Закучкуется. Нам надо избавиться хотя бы от его лучников. Арбалетчики готовы к бою. Там волки стоят. Саруман будет доволен. А, и, кстати, грейды сделаем. Око Саурона следит за вами. Грейды нам тоже не помешают. Вопросы, ответы, человечины.
жирные лентяи. О, да ну блин, только-только я увидел. Давай вот так, жух, жух. Сюда, давай, сюда. Ну, ударь туда, пожалуйста. Ближе, ближе. Мне не нравится, как-то мало. Ну, окей. У кого-то сейчас горит очко. Я ни в чем не виноват. Это было без негатива. Он слишком сильный. Так. Все, погнали. Ух ты, его вообще разбил им Ладрис. Хорошо. Погоди, а как он очки качает? Стойте. А, все правильно, да-да-да. Третий это ролетир. Так, я увлекся слишком сильно. Нам нужно берсов побольше. Сейчас сидим до сноса армии прям. Это кинем потом. Это заря нового дня. Ладно, пока они меня не трогают. Почему бы и нет? Так, где арбалеты? Готовы, хозяин. Ух ты, он третий тир на него кинул. Никто не выстоит против нас. Ага, до свидания. До свидания. Враги наступают! Подчинись мне, Сашка! Всех, кто встанет у вас на пути! Боярные слуги! Пусть сгинут! Слаб! Сюда! Ой-ой! Мы ждем приказа! Покончим! Никто не удерживает нас! Мы лучшие! Ой-ой-ой! Призыв обиделся. Так, поймать его, поймать, 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 поймать. Ничто не встанет на моем пути. Это берсерк. Нет. Ульфгара убили. Ко мне, мои создания. Так, броник, мечи. Никто не может противиться белой длани. Я думал, уже все. Броня готова. Враг уже в лагере. Готовьте инструменты. Мы готовы выполнить приказ. Так. Ко мне, мои создания. Мало секунд, мало секунд. Нужно гнома пробить. Вы чего, пацаны? Все плохо. Вот так. Держите оружие наготове. Новые и новые. Давайте арбалеты. Арбалетчики готовы к бою. У нас много дел. Все равно не хватило, да? Черт! Я виню во всем другие команды. Вот. Почти, почти получилось. Они слишком медленные. Я делал все, что мог. Жизнь, боль. Спасибо, что посмотрели. Чао, какао.